Замена штатной магнитолы Fiat Punto. Берем специальные скобы для снятия магнитол. Может быть подходящая проволока, которая разожмет внутри зацеп. И всовываем ее в технологические отверстия. Если скобы защелкнулись, то просто тянем магнитолу на себя. Если вставили просто проволоку, то сжимаем две скобы между собой и помогаем вытянуться магнитоле. После этого снимаем разъем антенного гнезда и два черных разъема питания, нажав два фиксатора вместе. После этого устанавливаем декоративную накладку до щелчка. Далее всовываем металлическую шахту, которая идет в комплекте к новому радио. Далее с помощью отвертки фиксируем металлическую шахту зацепами по периметру. Далее подключаем переходники-адаптеры к вашему радио. В антенное гнездо также вставляем адаптер. К нему подключаем антенну. Черный разъем адаптера вставляем в приемник. И вставляем приемник в шахту. Далее декоративную накладку. Ставим лайк и подписываемся на мой канал.